Ирина и Сергей Бахар проделали немалый путь из Красноярска, чтобы отметить на нашей древней муромской земле юбилей своей жемчужной свадьбы. Вместе они уже 3 десятилетия. В браке 30 лет сегодня. 30 лет назад, не зная о том, что праздник будет, мы выбрали такую для себя дату и зарегистрировали свой брак в Кызыле, Республика Тыва. Это центр Азии. Почему Муром? Почему Муром? Потому что именно Муром стал основателем, инициатором праздника Дня Семьи, Любви и Верности. Попали на праздник, мы посмотрели и концерт, и посмотрели, как запускали воздушный шар, и салют посмотрели, прошлись уже по вашему городу, пофотографировались. Нам все очень нравится. Замечательное впечатление. Город, наверное, все-таки пронизан вот этой семейными традициями. Пронизан, естественно, православием Древней Руси. В общем, впечатлены. Красивая фамилия Бахар переводится с тюркского как «весна». Может быть, поэтому пара выглядит такой молодой, полной теплых и солнечных друг к другу чувств. Ваше семейное счастье продлится еще много-много лет. Вы для нас всех являетесь примером настоящей семьи. Дмитрий из Электростали, Мария из Ногинска. Знакомы уже 10 лет. Так случилось, что встречаться начали год назад. Чтобы союз сердец был крепче и счастливее, заключить брак решили в Муроме. Решили вот буквально полгода назад подать заявление на регистрацию брака именно в Муроме. Вот, в честь праздника. Потому что в Московской области ЗАГСы не работают в понедельник. Вот. А здесь у вас и работают. И плюс в честь праздника мы как раз приехали в монастырь к мощам Петру и Февронии. Для нас это как бы очень значимый момент нашей жизни. У мощей святых Петра и Февронии мы попросили благословения на наш брак, чтобы, как и Петр и Феврония, прожить вместе до конца всю жизнь. Юрий и Наталья приехали в наш город из Ростова-на-Дону, чтобы навестить родителей жениха, а заодно вступить в законный брак. Счастливы вместе они уже 20 лет. Приехали издалека, приехали в гости, приехали к родственникам, приехали на чудесный праздник. И заодно мы решили расписаться, соединить, так сказать, официально все наши отношения узаконить. Бракосочетание семьи Ковригиных станет настоящим сюрпризом для всех их родных и друзей. Ну а пока молодожены знакомились с городом на Оке. Шикарный город. Посмотреть, конечно, еще досконально не все удалось. Это все впереди. Вот после регистрации будем изучать уже максимально. Мы так-то много все равно посмотрели уже. Очень хороший, чистый, приятный городок. Тихий, спокойный, чистенький, аккуратненький. Много всяких достопримечательностей. Поражает наличие истории, да, храмов. Разные города, разные судьбы. Пусть семейная жизнь будет для всех счастливой и долгой, а мечты, которыми они поделились с муромскими святыми, непременно сбудутся. Елена Петрова, Алексей Кузьмин. Наши новости.